расы, блядь, а? Ёбаные выродки, они, блядь, понимают, что они нахуй делают или нет? Меня зовут Макс. Для всех я хозяин. Точнее, топ-менеджер. Жизнь удалась. А вот и наш офис. Башня Мордора. Обитель мирового корпоративного зла. Это мой лучший друг Вадик. Говнюк, патологически жадная сука. Привет. Нас кинули. Нас подставили. Развели как лохов. Сука! А чё такое спокойное, а? Ты меня в это втянул. Вадя, это всего лишь деньги. Хуй ты когда завтра получишь, попереживай, сука, помучайся. Можешь поймёшь, что я твой единственный друг, а это всего лишь баб. Бабки, бабки, сука, бабки! Сильно ты меня, Макс, не любишь. А почему? А я здесь живу. А почему? Потому что не могу себе позволить держать в руках книгу «Слепой против бешеного» и угорать над Comedy Club. Херня это, Макс. А почему? Ты вообще знаешь, что ты делаешь, когда куришь анашу? И думаю, что у тебя хер длиннее всех. Сука! Улетаю. Ну, спасаю. Ничего в людях святого не осталось. Больше так не могу. Молчать!